Белорусская армия закупает 20 тысяч жетонов, которые используют для опознания убитых. Неужто наши северные братушки что-то задумали нехорошее? Может быть, Плешивый все же уломал Усатого открыть еще один фронт? На сайте Госгокупок Беларуси появился тендер на закупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих. Стоимость закупки оценивается в 10 800 белорусских рублей или 4 370 долларов. Такие жетоны выдаются только тем, кто служит по контракту и офицерам запаса. В любом случае, такие новости служат определенным звоночком и дают понять, что Беларусь еще рано списывать со счетов, и рано или поздно она может напасть. Что вы думаете по этому поводу? Пойдет ли Усатый на авантюру? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмякайте на колокольчик. Обязательно оставляйте свои комментарии. Для желающих помочь в развитии канала ссылки в описании.